Лети смелее. Такой девиз у всероссийского проекта «Мои крылья». Его участник Саша Захаров, один из немногих забайкальцев, решил представить свои графические работы в номинации «Художник». В этом его поддержала бабушка. Она уверена, у внука талант. Ведь рисовать он начал с 4 лет, а сейчас его картины не уступают работам учеников художественных школ. И мне нравится рисовать. Когда услышал про конкурс «Мои крылья» и решил поучаствовать. Ну, он любит рисовать карандашом в большинстве. Простым карандашом, как бы краски, цветной карандаш мы не поддерживаем, почему-то не знаю. Школа у нас была к иконке. Вот он рисовал Матриону. Полина вместе с братом воспитывается в армянской семье. Девочке очень нравится культура и уклад ее приемных родителей. Несколько лет назад она пришла в ансамбль национального танца и поняла, это то, чему она готова посвятить всю себя. Когда в семье узнали о конкурсе «Мои крылья», решение было только одно – участвовать. Нам позвонили с опеки и сказали, что есть конкурс «Крылья». Мама сказала, давайте поучаствуем. К сожалению, нас не взяли. Но мы не расстроились, потому что есть другие конкурсы. К сожалению, дальше первого этапа Полина не прошла, но она не расстраивается. В жизни юной танцовщицы и так много побед. Вместе с братом, который тоже занимается в ансамбле, они постоянно участвуют в различных конкурсах по всей стране. Выступать на большой сцене и собирать залы не меньше, чем его кумир Петр Дранга, мечтает юный аккордеонист Георгий Ивченко. Еще одним шагом к мечте стал для него конкурс «Мои крылья». Ну, я решил поучаствовать, попытать удачу. Но не выиграл. Прошел я первый тур, и все. Ну, то, что не выиграл, думаю, стимулом будет. Буду лучше заниматься. Поступать я собираюсь в Забайкальское краевое училище культуры. Ну, а после него уже, возможно, куда-нибудь в Красноярск или во Владивосток консерваторию. Мне нравится, как Петр Дранга выступает. Во всех творческих начинаниях Георгия поддерживает бабушка. В 6 лет она отвела мальчика в музыкальную школу, а теперь, когда он решил связать свою жизнь с музыкой, помогает ему подготовиться к поступлению в высшее музыкальное учебное заведение. На самом-то деле он много конкурсов выиграл. И вот сейчас усиленно готовится. Вот 1 числа поедет, и 21 марта тоже в Иркутск поедет. Хорошо воспитала его музыкальная школа, там дисциплина очень хорошая, и вообще они как-то приходят туда. Я даже прихожу на концерт, я его там не узнаю. Я пытаюсь что-то сказать ему на ушко, там поделиться каким-то мнением. Он: тихо, мама, музыка, все тихо. Существуют такие состязания, в которых участие уже большая победа. «Мои крылья» – одни из таких. Они дарят детям стимул расти и развивать свои таланты. А главное – учат верить в себя. Анна Хвостова, Анатолий Тюльнев. Время новостей.